Всем доброго времени суток. Нашел четырехкомнатно-двухуровневую квартиру в центре Махмутлара, около башни часов, около субботнего рынка. Видовой вид на крепость Алания, вид на море, вид на горы. С огромной террасой. По очень хорошей цене. Многие ждут цену, чтобы я в начале ролика говорил, кто-то в середине, кто-то в конце. Но поймите, дорогие зрители, у Ютуба есть свои вот этот фишки там. Ну, вам нужно досмотреть ролик до конца, поставить лайк, написать комментарий. Ну, у меня труд большой, я ролики снимаю для вас. Вы находите себе квартиру вашей мечты. И вам хорошо, и нам хорошо. Так что цену я сейчас оглашу сразу. В некоторых роликах я могу и в конце сказать, посередине. Прошу, не пишите плохие комментарии насчет того, что почему цену не говоришь в начале ролика или почему цену не пишешь. Когда я вспоминаю, тогда и говорю цену. Цена этой квартиры 164 500 евро. Есть маленький торг. Айдат 200 лир. 3 плюс 1. Двухуровневая, пустая. Вот терраса. Похудел уже. Столько роликов можно снимать? Можно. Огромная комната. Тут квадратных метров сейчас измерю для вас. Так, 39 квадратных метров, скажем 35, потому что там лестничная часть не считается. Увидели? Увидели. Теперь здесь окошко смотрит на горы. Кого интересует недвижимость в Алании, звоните, пишите. Плюс 90 555 064 91 10. И я все квартиры не успеваю снимать. Вообще дефицит 1 плюс 1 находится, но цены как-то скачут. В центре города дешевле квартиры, чем в Махмутларе. Не пойму, почему так. Спальня. Здесь 23 квадратных метра, 19 отмерил лазерным измерителем, но там так как... Так... Вот, 1870, но есть тут как минимум 19 квадратных метров. Или скажем, давайте минимум скажем, 17 квадратных метров без вот этого прохода, без этой части. Здесь один маленький балкончик, вид на горы и на соседнее здание. Балкон. Снизу у нас бассейн. В той стороне я тоже покажу. Снаружи открытая парковка. Здесь большой санузел. Так. Так, лесенки. Две комнаты на верхнем этаже. Так. Прихожая. Второй санузел. Ванная комната. Ванная, то есть. В
Вторая спальня. 164 500 евро, дорогие зрители. Очень хороший вариант. Балкон. Еще один. Ремонт требуется. Значит, сколько сказал квартир? Три квартиры, три комнаты, то есть, и четвертая комната. Гостиная, совмещенная с кухней. Кухню можете отделить. Кажется, это было 4 плюс 1. Хозяин сделал так 3 плюс 1. Мне так объяснили. Видите, отделенная. Там была комната, кажется. Можете застеклить балкон, будет еще одна комната. Вид на море. И... так. Спускаясь вниз, показываю вам территорию этого проекта. Проект был сдан в 2007-2008 году. На этаже у нас 1, 2, 3 квартиры. Нет, 2 квартиры на этаже. А 3 квартиры, да. Тут 2 лифта. Квадратных метров там как минимум 200-180 жилых. Как минимум. Здесь у нас вход, есть пандус. В парковочном столе велосипедов. И большой бассейн. Также душевая часть. Фасад здания. Так что звоните, ставьте свои лайки, комментарии пишите, чтобы просмотры увеличились, дорогие зрители. Хорошо, с вами был Агаси, из Солнечного Лани, район Махмат. Всем пока-пока.